Увидеть театр при помощи слов. Главная драматическая сцена страны стала доступнее для людей с ограниченным зрением. Впервые в Купаловском показали такой адаптированный инклюзивный спектакль. Подробнее Нина Мажейко. Сейчас мы будем подниматься в правую на ступеньки. Тут их дверь. Для их театр починається не з вішалки, а з чутких інструкцій біля актера. Кількість приступок, адлеглость до кресла, необхідне керівництво для гэтага типу наведвальников. У остатнім же яны нічим не адрозніваються от звичайной публіки. Познать глядача з особливими потребованиями можна тільки по радионавушниках. Радіоприлада не просто аксесуар, а парадный уваход у п'єсу. Праз аудиодескрипцію, менавіта так називають лаканічное описание предмета сидения для людей с пошкодженным зроком, яны доведываются не только про фигуры гуторки, але и про подробязности видовища. Для аудиодескрипции у Купаловском театре есть все необходимое. Перш за все, это кабина, где находится диктор под час деяния. Это, конечно же, мониторы с их допомогой, и он сочит за тем, что отбывается на сцене, и, конечно же, радиоаппаратура. Вот такие наушники ему необходимы, как так само сочить за деянием. Фармантель лечит на костяшках, записывая. Якого колеру костюм, якому стагодю належить гарнитур и что взял у руки головный герой. Такие детали цікавят диктора. Ён в очи позбавленных зроку. Таких специалистов в Украине не шмат. Есть и особливые потребования. Перш за все дикция, назиральность, а так само здольность импровизовать. На жаль, покуль такому не вучить в университетах. Моя задача – это передать максимально то, что отбывается именно на сцене, то, что играется актерами, не мной. Я тут таки, как бы, персонаж, который на ушко, конечно, нашептывая, але головное дело все-таки на сцене, и не повинна увага с их, с актеров, которые на сцене переходят на меня. Душевно, вельми корыстная праца и для меня, и для человека. Как мы памятали, что в нашем громадстве есть люди, которые потребуют особливой уваги, которые так само вельми цікавятся мастацтвом. П'єсу на фіскальную тему школу податкоплательщика упершыню не глядять, а слухают. Артисты ж працуют на сцене, как и звычайно. Деяние нияк не изменяется, навод по хронометражи проконтролявали навод секундомером. Не чакали, что столько будет ожидающих. Просто настолько много театралов вот в этом осяродку людей с инвалидностью по зроку. Было нашмат более жадающих, але это первый такой показ, и мы спынились на 10 людях, такие спектакли протягнутся. Мы плануем сделать, ну, каждый месяц такие будут спектакль у Купаловским. Премьеру, адаптованную для особливых глядачов, подрыхтовали напроканцы театрального сезону. Хутка купаловцы идут на отпочинок. Где з'явится в новом сезоне новая штатная одинка, аудиодескриптор, побачим у вересні. Нина Мажейко и Виктор Борисов, агентство «Теленовин».